Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Скоро зима, это значит, что нужно готовиться к наступлению холодов. Но быть готовыми к зимнему периоду нужно не только людям, но и собакам. Как подготовить лающего друга к зиме? Расскажем в этом видео. Зимой абсолютно каждому лающему другу нужно особое внимание. Это время года не только несет с собой радостные моменты, но и может быть очень опасным для неподготовленных к нему собак. Как подготовить собаку к наступлению зимы? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. Прежде всего, нужно купить одежду для питомца. Многие породы собак плохо переносят холода. Чтобы избежать переохлаждения лающего друга, приобретите для него утепленный комбинезон. Конечно, если вы владелец зимних пород собак, например, таких как хаски и аляскинский маламут, покупать одежду не стоит. Эти лающие хорошо подготовлены к зиме и не будут мерзнуть. Кроме этого, абсолютно любому лающему другу не помешает зимняя обувь. Лед и реагенты могут навредить лапам вашего любимца. В холодное время года питомцу необходимо потреблять больше калорий для сохранения тепла, поэтому если ваша собака не страдает ожирением, переведите ее на зимний рацион. Переход на более обогащенный калориями рацион должен происходить плавно. Повышать калорийность можно, увеличивая размер порции или частоту кормления до 3 или даже 4 раз в сутки. В рацион питомца также должны включаться витамины для повышения иммунитета. Осенью у многих собак, особенно у длинношерстных, усиливается линька. Как правило, она заканчивается к началу или середине декабря. Если шерсть питомца не будет готова к зиме, ему может быть холодно. Чтобы помочь собаке поскорее подготовиться к зиме, вычесывайте ее минимум один раз в неделю. Собак с густой шерстью рекомендуется вычесывать минимум два раза в неделю. Измените маршруты для прогулок. Зимой старайтесь не ходить там, где много льда и реагентов. Эти вещества могут навредить вашему питомцу. Если найти дороги без реагентов никак не получается, защитите лапы вашей собаки. Для этого подойдет как обувь, так и защитный воск или бальзам для лап. Перед наступлением сильных холодов отведите питомца к ветеринару. Врач подскажет, как правильно ухаживать за собакой зимой. Специалист поможет составить зимний рацион для питомца и пропишет витамины. Также не забудьте поставить собаке все необходимые прививки. Внимательно следите за эмоциональным состоянием собаки. Наступление холодов и темнота за окном могут вызвать у лающего друга грусть или даже депрессию. Постарайтесь уделять питомцу больше времени, чаще общайтесь с ним. Разнообразьте прогулки с лающим другом, играми и посещением новых мест. Найдите собаке товарищей для совместных прогулок. Чаще хвалите и поощряйте питомца. Теперь вы знаете, как подготовить собаку к зиме. Следуйте нашим советам, и тогда ваш питомец будет максимально подготовлен к зимнему времени года. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!